Всем привет, ребят! Как я и обещал, в этом ролике мы разыграем с вами видеокарту, игровую видеокарту GTX 1050 и три поощрительных приза, три кружки. Сразу бы хотелось отметить то, что к данному розыгрышу не имеют никакого отношения ни Inno3D, там, ни производители кружек, не знаю, никто угодно, короче. Иными словами, спонсора у этого розыгрыша нету вообще. То есть, единственный спонсор у данного розыгрыша — это я. То есть, чтобы вы понимали, некоторые блогеры устраивают розыгрыши для того, чтобы просто пропиарить компанию, им платят за это и тому подобное. То есть данный розыгрыш чисто идет от меня, и, чтобы вы понимали, это я дарю своим подписчикам. Нету тут никаких компаний, нету тут никакой рекламы. Это подарок от меня, ребят. Итак, друзья, для того, чтобы принять участие в розыгрыше, вам нужно первое — подписаться на наш с вами канал. Второе — подписаться на нашу группу ВКонтакте, ссылка на которую также есть в описании этого ролика. Ну и последнее — просто сделать репост этой записи в нашей группе. В описании под этим роликом будут даны на всякий случай все ссылки. Итоги данного розыгрыша будут подведены в конце этого месяца, и это будет все в прямом эфире на моем втором канале. Если что, кому интересно, ссылка на второй канал также есть в описании. И да, ребят, хотелось бы обратиться вообще к своим подписчикам, тем, кто меня смотрит и тому подобное. Если вам даже не нужны вот эти кружки, то есть вот эти кружки, если вам даже они просто не нужны, если вам не нужна вот эта даже видеокарта, прошу просто всех своих подписчиков. Друзья, помогите мне с продвижением канала. Просто сделайте репост. Еще раз, друзья, это нету спонсора у этого розыгрыша. Это я все дарю от себя. Вам нужно сделать просто всего лишь два клика, сделать репост записи из группы ВКонтакте. И да, еще чуть-чуть хотелось бы сказать о планах, что в будущем ждет вас на канале. Первое, я сейчас планирую сделать тур по России, а именно для рубрики «Железный ревизор», когда мы ходим по магазинам, и я показываю конкретно магазин и говорю, допустим, что он говно или он хороший. Но, кстати говоря, у нас ни разу еще не было, чтобы магазин оказался хорошим. В каждом магазине есть изъяны. Иными словами, совсем скоро вас ждет тур по всей России, и начнем мы со столицы нашей прекрасной родины. И да, подписчики, которые живут в Украине и Белоруссии, не переживайте, скоро я туда тоже приеду. Ну а что касается рубрики ПК на прокачку, когда я за свои деньги приезжаю к рандомному одному своему подписчику и прокачиваю игровое место, покупаю новый компьютер, покупаю новое компьютерное кресло, стол и тому подобное, делаю полностью игровую обстановку за свои, опять же, деньги. Эта рубрика совсем скоро уже стартанет. Когда, точно я сказать не могу, но мы вовсю уже готовимся к нему. Кстати, если что, кружки и видеокарта будут отправлены транспортной компанией за мой счет. Чтобы вы понимали, я не дружу с Почтой России, я не собираюсь отправлять свои подарки своим подписчикам Почта России. На этом все, друзья. Совсем скоро будет очень много крутых роликов. Всем удачи, до новых встреч и тур по России объявляю открытым. С вами был Бригман, всем пока!